еле свалили. Это было круто! Вот черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты че, я на условном, блин. Адьос. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться. Серьезно. Время для апгрейда, короче. Я Спайк! Увидимся там, да? Вступление. Встретитесь со Спайком в клубе. Это Спайк. Думал, напишу тебе бла. Тут такая движуха, серьезно. Сегодня в Вентуре большие люди, так что гляди в оба, как приедешь. Местечко не для всех, сложно найти, но ты в курсе. Короче, вот ссылка, глянь на карту. Ладно, там увидимся. Ну что ж, всем большой привет, с вами, как всегда, и Дезертир, и, собственно, мы куда-то гоним, и это инфоэс, как вы уже могли, собственно, понять. Ладно, давайте попробуем доехать, и... Выглядишь как надо. Круто. Тут сегодня такие люди собрались. Пошли, покажу тебе своих. Давай. О, привет, рада тебя видеть. Что за малый? Этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по перекрестку на I-5. О, блин, там вся дорога встала. Звучит симпатично. Не видела, чтоб Спайк был так возбужден. Да нет, он всегда такой. За это ты меня и любишь. Робин, удачи в начинаниях. Поверь мне, у него все будет ништяк. А знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти, не проехать. Погнали! Привет, Эймс! Привет! Это Эми. Но разве не прелесть? Я тоже тебя люблю. Трэвис! Здорово. Я тут тебе кое-кого привел. Да ну, и зачем? Да ты бы видел этого парня. Вводит, просто крышу сносит. Опа. Да на тебя сам гонщик внимание обратил. Точняк, это бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал. Идем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Вперед, прокатись на них. Возможно, какая-нибудь и станет твоей. Ford Mustang, Honda... и Subaru. Блин, Mustang, Honda, Subaru, Mustang. Хотел бы Mustang, но, блин, это не такой Mustang, поэтому Subaru. Йоу! Теперь ты в клане, братец. Забирай. Крутая, правда? Ну уже, я всего-то послушать ее хочу, проверить, что бурчало, как надо. Здорово. Пожалуйста, пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, ну. Я же сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков, так что... Правда? Вот так, да? Именно так. Стой-ка. Вот. Ой, ну это же совсем другое дело. Я заплачу, я ты же знаешь. То есть папочка заплатит. Эй, куртка 1000 баксов стоит. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. На побегушках. Проедьте со Спайком и Эми. Ну все, ребятки, нас ждут. Вперед! Чуть-чуть покоцанная машинка, как уже многие могли бы понять. Я, скорее всего, перепроходил это дело. По той причине, что я вначале вообще немножко не вкурил, как здесь и что делается. Но окей, нет, я привыкну к управлению, буду нормально попозже гонять. Я, как обычно, не играл очень давно на геймпадах, поэтому... Впрочем, это все оправдание. Насчет управления, кстати, здесь очень классное управление. Машина прям хорошо чувствуется, мне это нравится. И все очень классно по вождению, по ощущениям. Реально движется машина так довольно-таки жестко, как большой кусок металла. Очень тяжелый такой кусок металла. Для Subaru это как раз нормально, потому что Subaru они довольно мощные. Поэтому так. Ладно, я надеюсь, хотя бы вторым я приеду. Просто я не уверен, что я приеду первым, поэтому... Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Чуть поворот не пропустил. Ну да, я, походу, приеду вторым. Ах ты, гад. Привет. Выдержал вторую гонку со Спайком? Я тебя недооценила. Выдержал? Не-не-не, это Спайк с трудом поспевал. Ой, прости. Я не права. Что вы? Он просто продул. Какие вы злые. Эммануэль! Эммануэль! Тащись-ка сюда. 3, 5, 4. Фам. Здрасте, дамы. Что? А мне обнимашек? Ну же! Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. Не ведись на внешность. За рулем этот зверюга очень шустрый. Зовут Эммануэлем. Но для этих лузеров многовато слогов. Ладно, Ману. Ничего себе. Эй, это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредрик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Мне лично все равно. Вот это да. Хотите есть? А я сегодня только раз ела. Умираю с голоду. Слушай, куда она все уходит? Ты ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. Ладно, остряк. Кто последний, платит за меня. Не-не-не-не-не. Кто последний, платит за всех. Гонка с Ману. Кто последний, тот и платит. Готовь баблишко, Спайк. Да, Спайки. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Ну да. Ладно, я должен хотя бы в этой гонке показать, что я не такой сосунок, как в прошлой. Не, ну серьезно, блин, продуть Спайку и при этом, чтобы она говорила, что это он тащился за мной, а не я за ним. Не, это нечестно. Я должен доказать Спайку, что он будет платить за этот ужин. Так, ладно. Давайте сосредоточимся на гоночке и просто сделаем то, что нужно. Воу-воу-воу-воу-воу! Такси, откуда ты взялось здесь? Я же сказал, сосредоточимся на гоночке, а не упоримся в такси. Так. Серьезно? Доказал, вашу мать, называется. Во всем виновато такси. Больше, чем на 5 баксов не заказываем. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Неа, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебя оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайке? А как же, и тем, кто не превышает скорость, тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага, у него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да. Так, ладно. Как заработать репутацию? Так, Ventura Bay можно 5 способами: бока за рулем, скорость, стиль, тюнинг команды, нарушение, зарабатывать очки, повышение уровня, которые открывают новые события, за победы, с помощью которых можно улучшать машину и все прочее. Короче, ладно. Так, входящий звонок. Это как мне его тут вообще включить-то? Вам перезвонит. Окей. Так, сообщение. Нажать. Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка у тебя шумит странно. А может, это Спайка тачка? Да, его, наверное. Ладно, короче, я в гараже. Забегай, движок проверишь, гайки там, может, какие подкрутишь, если надо. Давай, амиго. Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка... Так, вот эти сообщения, вылезающие, меня немножко напрягают, если честно, но ладно. Они прям вот не вовремя вылезают. Так, поедем на гоночку, и хотя бы на этой гонке я должен все-таки доехать первым, потому что иначе это как-то уже начинает прям напрягать. Я, конечно, хреновый водитель, но не настолько же. Ладно, посмотрим, что у нас будет по игре. Ну, пока меня устраивает, пока мне нравится. Машина чувствуется реально классно. Так, поедем, поедем. А, стоп. Хотел поехать, знаете, по встречке. А походу я поехал не туда, да. Так, телефоны и сообщения опять. Короче говоря, я хотел, знаете, ну, набрать, типа, больше репутации за встречку и... Так, секунду. Вот, хотел набрать больше репутации за встречки, и как-то что-то у меня ни хрена не получилось, но ладно. Возможно, мы еще наберем побольше репутации, но попозже. А пока просто гоняем, собственно, я так понимаю, в автосалон, ну, точнее, в автомастерскую, а не салон. Едем по хорошей дорожке. Дождик, люблю дождик. Он здесь не так давно прошел, так что классно. В общем, не знаю, мне на самом деле пока все устраивает, пока радует. Опасное сближение у нас было. Что-то как-то я еле вырулил даже. Так, по встречке. Опять начинаем зарабатывать, но нам съезжать. Ладненько. Аккуратненько сюда. Ой, тихо, да что ж ты. Встретись с Amy. Так, отлично. Почему они все время выскакивают в тот момент, когда я собираюсь куда-то поворачивать? Что за извращение? Разрабы, не надо так делать. Это может плохо кончиться. Я могу влететь куда-нибудь. Так. Ну, мы уже доехали, собственно. Финиш. Так, и куда нам? Ага, вот, видимо, в ворота. Так, пойдите. Ага. А, заехать в гараж. Нажать ОК, да? Так, стоп. Ага, вот, все. Эй, я все слышу. Тронешь мой плейлист – убью. О, привет. Трэвис говорил, ты пару тачек сам сделал. Ну, круто, чё? Так. Одно правило. Можешь брать что угодно. Правда. Только верни туда, где взял. А в остальном – полная свобода. Кстати, это моя новая игрушка. Вот. Только послушай, как кричит. Это будет мой настоящий шедевр. Я прям чувствую. Хочу показать ее на Кайсану, пока он в городе. Благодаря таким, как он, можно прославить эту мастерскую, понимаешь? Так, ладно, я все. Пойду проветрюсь. Может, встречу Спайка. Трэвис передвинул тачки, освободил для тебя место. Забирай, пока он не заставил. Тут все новым барахлом. Самое время, ну там, привести мысли в порядок, заняться планами, придумать свое видение. Воу, говорю прям как Трэвис. Так, ну все, ладно, я пошла. Не скучай. И, наверное, увидимся, да? И это... Все, сложи на место. Лады, давай. Так, ну что ж, нам предоставили, я так понимаю, нашу тачку. Ага, вот. Загружаем новую программу. Находись, раз посмотрю лучшие обтяжки. Я не хочу. Я как-нибудь сам уж обтяну свою машину. Так, новый дом. В гараже можно запрашивать детали. Короче, ходовые характеристики, создавая, изменяя обтяжки. Ну, понятно. Короче, гараж — это наш дом. Так, краска, обтяжка. Библиотеки, окраска — это что? Что это такое? Так, изменить окраску. Так, что такое библиотеки? Мне просто интересно, на самом деле. Ну, ладно. Визуальная модификация. Так, улучшайте машину. Ага, ну, понятно. Subaru имеется. Мархис. Так, ага. Капотик. Ага. Я понял. Так, это все откроется на каких-то там небывалых уровнях. А, вот это еще можно изменить. Давайте изменим номер тогда. Так, изменить текст. Изменить текст. Дезертир. Черт, не влезает. Зараза, одну букву не влезает. Надо что-то придумать. Давайте по-русски напишем просто Des. Ага, только английскими. Я понял. Сволочи. Так, нет, русский опять. Давайте напишем Deska. Вот. Так. Изменить фон. Какие фоны здесь есть? Так, зелененький. Ага. Ну, давайте зелененький, собственно, и поставим, потому что вы сами все знаете. Так, изменить рамку. Посмотрим быстренько рамки. Они, собственно, ничем особо не отличаются, так что смысла вроде я особо не вижу. На четвертом уровне откроется. Тюнинг управления. Так, изменить ходовые. Приобретать детали для своей машины. Предпокупку проверить статистику. Вверху экрана. Хорошо. Так, стабилизатор подвески, ручной тормоз, тормоза, шины, дифференциалы. Имеется, можно купить. У нас 4 штуки наличных. Ну, как бы. Сцепление. Платная система. Выпускной кайлер. Так, окей. Распредвал. Блок цилиндров. Блин, тут намного больше деталей стало, чем было. На 30-м, на 38-м уровне, на 45-м, 50-м. Да, тут, кажется, придется постараться. Зажигание. Находится... Откроется, походу, задание Эми. Я понял. Электросистема. Надув. Топливная система. Что у нас здесь есть? Что-нибудь? Так, на 9-м. Ну, я понял. Короче, пока еще не открылось. Так, впускной Коллектор, система охлаждения, воздушный фильтр. Давайте попробуем покупать что-нибудь. Я просто мало понимаю пока, что здесь на что влияет, потому что я особо этим не занимался. Я как-нибудь вне записи посмотрю, что у нас здесь есть хорошего, что на что влияет, почитаю, потому что, ну, я, к сожалению, не механик, в машине особо не разбираюсь. Знаю, как говорится, как ее водить, но внутрь особо не лажу. Так, можем попокупать блок управления. Так, мозги нашей машины. Мозги нашей машины нужны. Так, на что нам там еще хватает? 5 сотен у нас есть. Ну, 6 почти. Все, 9. Это нитро дорого. Это Сэмми. О, дифференциал можно купить. Так, окей. Я думаю, что-нибудь еще можно. О, шины. Круто. Новые шины влияют на сцепление с дорогой. Можно даже 2 типа шин купить. Остальные на 3-м откроются. Чем они отличаются? G1 и D1. Окей, ну ладно, давайте купим. И... Так, не просмотр, унификация. Так, библиотека красок. Это наше что такое? А, вон она что. Я понял. Это, короче, уже готовые краски на эти машины. Так, нет, я свою хочу все-таки. Что за дракон у меня там? Как его убрать, кстати? Я хочу зелененький цвет, как обычно я делаю. Где-то такой, наверное. Или такой. Такой, наверное. Заднее стекло, это, я так понимаю, тонировка, видимо. А, это наклейки на стекла. Так. Нет, поковыряюсь еще. Угу. Вот здесь есть. Прикольно. То есть так довольно четкая настройка. По ходу говоря, это будет теперь... Ну, по крайней мере, что касается краски, прям вот действительно классно они сделали. Так, не-не-не-не-не, мне вот так хочется. Ага, гладкость. Лак убрать. Во, вообще офигенно. Так, принять... Стоп. В смысле? Я куда-то, видать, не туда нажал. Так, ага, вот недавний у нас оттенок. Окраска. Мне нужно еще настроить... лак отрубить. Гладкость. Металлик сделать побольше. Гладкость на 0 убрать. Ага, и отрубить лак. Ну и, наверное, добавить чуть-чуть металлика, может. Во. Шикос. Вообще класс. Матовый металлик. Это что-то новое. Так, сохранить изменения. Новая ячейка. Вот, отлично. Так. Опубликовать обтяжку. Ну, я понял. Не, мне это нафиг не надо. Входящий звонок. Ой, не туда. Эй, как оно? Катаюсь тут по Роял парку. С чего все взяли, что он королевский? Да и пофиг. Кто я такой? Простолюдин. Дуй сюда. Катнем, пока копов нет. Давай. Привет. У нас есть клевая возможность гонять вместе. Называется Speed List. В этих списках несколько крутых гонок подряд. Покажем всем, кто тут главный. Отличные новости, брат. Нашелся неплохой вариант со складом. Теперь там можно хранить тачки, которые стоят без дела. Не обязательно их продавать. Загляни в гараж. Спаси меня, пожалуйста. Я сейчас одичаю. А может уже. Или вот-вот начну. Прости. Мысли вслух. Надо проветриться. Состыкуемся? Ответ нет, не принимается. Лучше тебе приехать. Так, давайте выберем сюда маршрут. Как его здесь делать? Ага, вот. Так, назад. А, ну это то, что он уже говорил. Назад. Да. И едем. Едем куда-нибудь. Да что же вы все время выскакиваете-то не в тему? О, стоп, звонок Робин. Где звонок Робин? Окей. Так, ну, собственно, мы доехали. Надеюсь, я хоть в этой-то гонке выиграю. Потому что иначе это будет совсем бред. За рулем. Завершите спринт с Эми. Отлично. Дадим газу. Ну что ж, новенькая тачка, новые правила. Она чуть усилена, и я, скорее всего, возможно, выиграю даже. Да, хватит мне... Всякие ваши сообщения, они мне не нужны. Надо, кстати, убрать это гребаное обучение, потому что оно засоряет мне только гонку. Так, ну уже третий, уже неплохо. Тем более третий и шести. На, немножко подвинься, Джилл. Так, по прямой, по прямой. Отличненько. Да хорош. Блин, из-за этого сбился немного. Какой идиот придумал делать эти сообщения во время гонки? Так, еще и копы. Круто. То есть в этой игре есть копы, это уже классно. Ну, то есть я знал, что как бы здесь копы будут, но... Они решили сделать так, как было в Most Wanted. Так, доступны какие-то детали. Да ё-моё, хорош мне рекламу подсовывать во время гонки. Так, осталось чуть-чуть, я так понимаю. Кто-то звонит. Ладно, потом. Так, хотел проверить, потом вспомнил, что я в гонке, и как-то не в тему проверять. Так, едем пока что нормально, но я не уверен в себе, если честно, хотя думаю, что все-таки первым попробую прийти. Воу-воу-воу, стоп, резкий поворот, ё-моё. Ну как резкий? Так, замечательно, я шестой. Но надеюсь, что сейчас буду первым. Я должен это сделать, серьезно. Я обязан прийти первым. Так. Если сейчас я не буду особо сбрасывать скорость, то по идее я их догоню и даже смогу обогнать. И... Третий. Да, я это сделал. Отлично, главное не упороться. А, ну там финиш. Все, замечательно. Я красавчик прям. Я сделал то, что хотел. Получили мы здесь все, собственно, третий уровень. Различные очки нам там надавали. Непонятно пока, что каждый из них делают. Но я думаю, разберусь еще. Задание выполнено. Отлично. Снимок экрана сделан, загружен. И мы можем ехать дальше. Звонит Эми. Неплохо прошел. 1 на 1 не хочешь? Как твоя тачка тянет? Должна. Так, извините, я просто поздно понял, когда конкретно нужно нажимать на какую кнопку. И сейчас разобрался, просто это геймпад, напоминаю, поэтому такое. Так, за нами менты сейчас гонятся, штраф 250, остановите, чтобы заплатить штраф. Серьезно, здесь можно и так сделать? Просто заплатить штраф, так уже 300 штраф. Не хочу я 300 баксов тратить на ментов, 325 тем более. Так. Едем, едем, едем. За Джилл мы опять едем, кстати. 56 репутаций получил за то, что скрылся от них. Я думаю, на этом все, ребят. Я думаю, что на этом мы серию закончим. Собственно, всем спасибо за просмотр и пока-пока.